Еще 2 месяца назад Никита Монахов жил в одном из подмосковных городов. В обычной семье – мама, папа, сестра и бабушка. И даже собака любимая – Линда. Если следовать определению Владимира Даля, колея – это не только термин, которым обозначаются железнодорожные пути. Колея – это еще и жизненный путь. Что смогло так круто развернуть жизнь мальчика, направить его совсем по иной колее? Папа меня откинул к туалету, и я упал. И потерял сознание. Они поссорились, все это за меня было. Собака убежала из дома, а мне собаку жалко. И я поехал в Москву ее искать. И не нашел. Вот кушаешь что? Ты ездишь столько времени. Мне деньги дают. А Никита, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я? Да. Продавать что-нибудь. А одному болтаться нравится? Нет, ну почему? Ну я с кем-нибудь, может быть, и познакомлюсь. Может быть, у меня здесь будут друзья какие-нибудь.